становится стыдно. Сначала за откровенную трусость в дизайнах, с которыми можно таки смириться, в принципе. А потом становится стыдно за CGI. Почему эффекты настолько плохие? Почему так мыльно двигаются динозавры? Почему динозавры имеют столь мрачные окрасы? Все время темные какие-то, все время в каких-то тенях. На экране либо пыль, либо еще какая-то муть. Это что, для того, чтобы скрыть несовершенство графики? Что вообще с цветокором картины? Ведь зрителя студия просто решила показать нам очень большого динозавра в конце, без всякого смысла. Этот фильм – гвоздь в крышку гроба ужасной франшизы, которую раздули из чудесного фильма детства. И теперь все будут вспоминать о нем только с омерзением. Этому фильму я ставлю 2 доисторические фекалии из 10 возможных. Который должен был стать финалом саги, получился просто растянутым на 2 часа спецвыпуском.